Сайт bzo.ru, идеальная площадка для автосделок, продолжает поиски автомобиля, идеального для нашей зимы. Небывалые снега определили поиск среди легких внедорожников, таких как RAV4 или Chevy Niva. Но тут совсем другая картина. Аномально низкие температуры, когда дни и ночи напролет далеко за минус 30, мы решили выбирать автомобиль по названию. Когда-то Михаил Ломоносов сказал: «Могущество российское прирастать Сибирью будет». И живи он сегодня, вполне бы мог сказать те же самые слова о Волге Сайбер. Действительно, слово «Сайбер» означает Сибирь. Романтичную, богатейшую часть нашего государства, где всем нам выпало большое везение жить. Ну а что до самой машины? По сути, это бюджетный американец на платформе Chrysler Serpent или Dodge Stratus. Незначительные изменения по заказу руководства завода ГАЗ в оформлении передней части и задней оптики внесло британское ателье Ultra Motif. И представленный на тест-драйв автомобиль 2010 года выпуска с двигателем 2,4 литра, автоматом с возможностью ручного выбора передач. Внутреннее пространство в автомобиле вполне подойдет людям с американскими габаритами, места достаточно. Панель приборов, все регулировки, все клавиши в полном составе перекочевали с Chrysler. Их пробег данного автомобиля 65 тысяч километров. В ДТП не участвовал, впрочем, узнать больше можно у хозяйки данного автомобиля. Как в Волге Сибирь, не холодно? Абсолютно не холодно. Очень теплая, комфортная машина. Очень теплая печка. Как машина заводится в холод? Заводится замечательно, без проблем. Как водители остальные реагируют? Реагируют очень интересно. Все реагируют по-разному, потому что на Сайбере очень редко можно увидеть женщину. Но я когда села за руль этого автомобиля, я мужу сказала: нет, эта машина не только для мужчин, но и для женщин. Вполне. Почему решили продать такую замечательную машину? Ну, возникла необходимость в деньгах. Квартиру купить хочу. Итак, стоимость автомобиля 390 тысяч рублей. За 2010 год вполне вменяемая цена. А больше выбора и больше интересных автомобилей на сайте bzo.ru. Ведь это идеальная площадка для автосделок.